Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру Space Engineers. Напомню, что в прошлой серии мы приземлились на планету Харон, это спутник Нептуна. Вот, и пытался в стриме я переделать свой бур, который на иониках был очень ужасен. Вообще он не хотел летать, и вообще он, короче, медленный. Попытался что-то добыть, и он застрял в пещере, и, короче, я проклял его, и, короче, вот он стоит. Я поставил на него, конечно, большие ионики, но он какой-то убогий стал, не знаю, мне вообще не нравится. Короче, я вспомнил, что у меня же был бур в прошлом сезоне на водородниках. Вот. И, короче, я решил его воскресить и перенести в эту серию, в этот сезон. Так, включаем свет. Да блин, как тут камеру включить? Вот, короче, я и построил вот. Если кто помнит, в прошлом сезоне я его переделал, добавил блоков. Теперь он такой вот красивенький, мощный получился у меня бур. Я, короче, он весит где-то в среднем сейчас 4 тонны. И, в принципе, нормально справляется со своими задачами. Он в пещере пробурил, там собирал все ресурсы, которые есть на планете. Конечно, там мало, в основном тут лед. И нагрузил его 10 тонн, и он абсолютно все нормально ведет, не падает, не глючит, не переворачивается. Короче, вот, я решил все-таки его ставить. Что-то криво стоит, или просто такая поверхность непонятная. Так, что там по метеоритам херачат. Так, ну, короче, пока я не буду с тем ничего делать. Этот у меня по-любому остается. Блин, вообще он классный, маневренный такой. В общем, теперь наша следующая цель. Сегодня мы полетим на планету Нептун. Это следующая планета Солнечной системы после Плутона. Ну, конечно, Плутон — это карликовая планета, и она как уже не относится. Ну, пофиг, короче, Плутон. Ой, Нептун. И в этой игре, кстати, еще и есть его спутник Тритон. Вот, я уже сигналы вывел. Где-то нам 1800 километров лететь. Ну, грубо говоря, 3 прыжка сделаем. Вот, заодно, может, по пути встретим пиратов. Надо будет сегодня походиться, что-то я уже соскучился по пиратам. Давно не воевал, надо поэтому все исправлять. Конечно, блин, я бы такой бур лучше спрятал бы, а вот здесь... Сейчас, секундочку. Блин, сейчас герметизация снаружи, да пофиг. Блин, мне кажется, тут место должно быть для бура, может быть, как-нибудь боком поставить. Сейчас попробую. А тут, может, и сварщик вперед еще можно пропихнуть. Да не, он вообще впритык. Кстати, я лифт хотел... Не знаю, может быть, и не стоит. Загородить блоками. Ну ладно, пускай так будет. Сейчас тогда... Давайте загоним бур. Насобирал, короче, я за кадром урана и... платины побольше. А, и никель я еще насобирал. Все закинул в завод. Все там перерабатывается. Платина теперь у нас очень много, прям как никогда, можем себе много чего позволить. Так, ну, будем пытаться. Так, что, я врезался, что ли? Так, ну-ка. Ну, так вот. Может, боком-боком сюда. Сейчас посмотрим. Так, ну-ка. Сейчас вылезем, глянем. Блин, ну, ё-моё. Мы даже наполовину не зашли. Так, может быть, есть как-нибудь сюда его боком как-нибудь поставить вот так вот. В общем, я так и сделал. Зато у нас припарковано 2 аппарата в ангаре. Нормально. Еще, в принципе, можно было тот как-нибудь бур на потолок прицепить. Но мне кажется, он не влезет, он слишком пузатый у нас. Так, что у нас тут по ангару пройдет? Да, отлично, все нормально. Все, ногами прицеплены, никуда не денутся. Закрываем тогда ангар. Это отлично. Теперь от пиратов они точно не пострадают. Так, что тут? Мне показалось, пламя какое-то. Так, ну ты стой здесь. Что я могу поделать? Стой. Кстати, там ионики включены, да? Надо нафиг выключить. Все. Так, что ж, друзья, летим на Нептун. Давайте. Блин, все время забываю, надо же светом заняться на корабле. Так, это чё, кого?
Ладно, садимся за штурвал. Заводим движки. 7, 8. 9 не будем, атмосферники. Так, блин, надо тоже кораблем как-нибудь заняться. Блин, все в руки не доходит. Так, отчепляемся. Блин, я же забыл, что у нас очень мало урана. Очень-очень мало. Ну, в производстве я... У меня платина, давайте все-таки, наверное, на уран. Пускай первым уран делается. Платина, в принципе, у нас сколько? 144, блин, вот она медленно перерабатывается. А, тогда после урана пускай платина будет. Так, уран, он... То же самое. Ник у нас быстро, поэтому можно сюда перекинуть. Блин, руды у нас, конечно, очень много, но из нее очень мало получается все равно. Плиток. Слиток, точнее. Ну, в принципе, ладно. Так, чему не пойму. Неужели нам мощи не хватает, ё-моё? Ну, судя по всему, так оно и есть, что водородники прям аж калашматят на всю. Ну да, пишет, что... Короче, нагрузил корабль. Так, ну вот это как-нибудь так вырываться. Да, скорость очень мильна. А, это скорость падения. Нормально. Так, нам каким-нибудь раком надо вот так встать. Лишь бы... Давайте тогда шасси уберем. Чтобы они не зацепились ни обо что. Да, еще энергии нихера нету. Блин, как бы... Блин, надо срочно найти, друзья, золото, да и... Сейчас с гравитацией это вырубимся. На 4 минуты у нас, офигеть. Хватит топлива. Блин, все очень печально. Давайте еще с зоны гравитации хотя бы вырвемся, чтобы хотя бы на гасителях мотаться. 0.16. Так, все ж нормально. Да. 3 минуты, блин. Блин, мне кажется, надо все-таки какой-то найти астероид с золотом, да и... Набрать золото, да построить фабрику, ой, фабрику, это, арк-реактор. Все, нулевой? Нет, нет, еще не нулевой. Или найти какого-нибудь пирата, чтобы он был богатенький. Все, нулевая. Включаем гасители. Только не сюда, а туда. Сейчас нацелимся на цель. Ну, тогда сразу включаем... Ух, ё-моё. Тогда стану, да, про... Прыжковый двигатель настроить до 100%. У нас что-то огромная масса корабля, и он пишет 14 минут у нас топлива. На 14 минут топлива, ничего не пойму. Ладно, прыгаем пока. А почему 644? Наверное, из-за того, что у меня масса большая. Ну ладно, прыгаем. Может, найдем какого-нибудь пирата богатенького с золотом или астероидик. Да и пора строить арк-реактор уже. О, кстати, вот сразу и у нас и... И пираты, кстати, сразу, и астероид. Только сейчас заметил, что у нас нет детектора руды на большом корабле. Это мой большой минус. Как я мог это сделать? Ладно, придется нам тогда брать бур. И посмотреть. Ну, в принципе, золото мы бы так увидели. Может, зачем бур? Может, сейчас так просканируем с помощью нашего бура. Так, железо вижу. Какой-то интересный астероид. Обычно они серые всегда. Либо голубые. Так, вот кусочек еще какой-то. Ну, похоже, это все железо. Что там? Никель. Ну да, цвет такой зеленый, это никель. А нам нужно золото, блин. Так, а... Что это такое? Тоже астероид?
В принципе, может быть, у нас золота будет достаточно. У нас очень много этих, как их называют там, блин, модулей ионных ускорителей. Или что-то там такое, сейчас глянем. На, детали ионного ускорителя. В принципе, если их разобрать, у нас будет золото. Итого, нам нужно... Нам нужно... Да где? Блин, разборка. Давай тогда сборщик переместим. Хоть еще в коннекторе у меня тут столько руд валяется. Так, где наш сборщик? Давайте детали его на ускорителя сюда сбросим. У меня очень много их. 897. Ну, только 402 вместилось. Давайте попробуем. В общем, пока там у нас будет делаться золото, сейчас нам понадобится 1000 сверхпроводника. Это ж у нас... Сверхпроводник, это ж у нас золото, да? Или серебро, где он есть? Нет, золотой слиток 0,60, блин. Вот, кстати, все переработалось. Сейчас посмотрим. А что смотреть-то? 1000 штук надо делать. Значит, нужно 666 золота, а у нас 132. Да. Все очень печально, друзья. Так, у нас больше ничего нельзя тут разобрать, посмотреть. Так, мотор. А, у нас же еще есть детали, но это опять не спасет. Ну, просто хотя бы так. Так, у нас один сборщик вообще отдыхает, поэтому давайте его и напряжем. Так. Посмотрим, что у нас. Нет ли еще у нас деталей? Что, было трудно один разобрать. У нас еще... А, это... Так, что у нас... Блин, вообще урана мало. Так. Ну, вроде бы все. Сейчас тогда разборку запустим. Так, а почему? Так, я не понял. Мы уже сборщик закинули сверхпроводник. Давайте тогда так сделаем. 547. Пускай тогда делается, а мы тогда сейчас попробуем внутрь залезть и поставить арк-реактор. Нам для этого нужно сейчас тогда будет распилить вот этот реактор. Так, у нас тут ничего не заглохнет. Или вот этот. Не знаю, куда поставить лучше. Так, ну тут он вроде как конвейер используется, поэтому давайте лучше здесь распилим. Но для этого нам надо куда-то сложить. Надо сложить все, что у нас тут с собой. Ну, куда-нибудь сюда, на завод. Блин, нет, только не на завод. Блин, а походу просто только в завод, ладно. А, почему? Вот сюда все поскидываем. Большой контейнер. Так, что, пилим тогда реактор. Блин, или может глупо, потому что у нас 1000 проводника еще, хрен знает его, что... Блин, не знаю, до Нептуна там может мы долетим, но... Там-то по-любому надо будет уже искать золото. И Нептун тоже, скорее всего, ледяной будет. Так, что у нас с производством? Ох, ё-моё, он же так медленно делается. 217, блин, короче, нам в любом случае, друзья, нам уже золото, я тут, короче, ничего не буду это распиливать реактор, либо мы натворим делов, что вообще, какой прикольный вид отсюда. Еще несколько астероидов на вот этом буре невозможном
Короче, ничего, золото не нашел. Понаходил там уран еще насобирал, кремний. Вот. Короче, золото очень трудно найти, не знаю. Осталось, конечно, уран первым делом перерабатываться. Ну, у нас его очень мало. Сейчас еще разгляну. Так, а у нас тут. Давайте поделимся, ничего страшного. Теперь особо заводы работают на реактор. Итак, ладно, тогда. Мы тут, кстати, интересно, пройдем прямо. Что здесь застроит? Или хрен его знает. Что-то как-то странно все. Ну, корабль он же весит на хренище. Так. Блин, ну, я чувствую, зря это затеял, конечно. Ну, будем надеяться, что пройдем. Да. Я так и знал. Спасибо энергощитам. Да, пожалуйста, этот щит, это понятное дело. Ну, мне надо пролезть в эту дырку. Так, ладно. Смотрим тогда на Нептун и прыгаем. Да заткнись ты, я вообще на месте стою. В принципе, у нас, грубо говоря, еще один прыжок остается. Может быть, сейчас посмотрим, какой-нибудь пиратик нам попадется сладенький. Смотрите, вот он, Нептун. Красавец. Вообще обалденно. Так, я чувствую, если мы так будем летать, Нептун-то будет последней планетой нашей. Потому что сейчас у нас уран закончится, и все. Надо срочно арк-реактор строить. Я выбрал арк-реактор X10, я думаю, как раз таки он и пойдет. Так, давайте разгонимся. 500 километров всего лишь нас улететь. Блин, еще и солнышко светит в глаза. Так, давайте пока, может, посмотрим по окрестности, какие-нибудь астероиды нам попадутся. Так, вон спутник Тритонова. Так, стоять. Блин, конечно, с пиратами сейчас воевать не самое время, у меня очень мало. Смотри, у нас прям цель движется. Так, переключимся на пушку. Прям вообще летит на нас, смотрите, вон, если видно, цифра K5. Вон, сейчас, пожалуйста. Я сам к вам хотел лететь, ну. Раз, смотрите, как он стремительно прям летит на меня. Где ты? Вот он. Хорошо. Так, а чё его? Блин, у нас энергии достаточно. Ладно. Давай, лети поближе. У нас там он еще один пират, 7 километров. Так, ну турелик я что-то не наблюдаю. А, вижу турельку, вот она. Ну, сейчас будем надеяться, что у него там все хорошо с ресурсами. Как-то он странно движется, у него движки выключены. Так, где еще? Давайте по движкам постреляем, чтобы он уже никуда не делся. Куда ты? Не улетай, не улетай. Так, где еще? Блин, ну он сейчас так нафиг улетит. Турельки, заткнитесь нафиг, а? Вот забыл. Где это? Сейчас пока я тут дойду, найду, переключу их, эти турельки, он сейчас улетит. Давайте попробуем догнать. Блин, там еще тот приближается, мудак. Так. Турели. По ракетам, да. Сказал, да. По малым блокам, по большим не надо, по живой силе. По статичным тоже не стреляйте. Так, вроде все. Так, где он есть?
Куда он делся? А, вот он. Стой. Так, решил все-таки так слетать на нем. Мне что-то я смотрю, особо не вижу. Что это у нас? Маячок, наверное, да? Да, блин. Я, конечно, я хотел сесть на бур, который у нас был на иониках. Но дело в том, что у нас он пропал. Походу, все-таки пират позаботился. Не знаю, ли я его плохо прицепил. Хорошо, что мы тот бур запили в ангаре. Так, у нас еще один пират. Не знаю, лететь на него это что у нас. Ну, ладно, попробуем сейчас полететь. Тогда заранее открою двери. Давайте вообще тут вентиляцию выключим, чтобы не расходовать воздух, кислород. Так, у нас еще двери открыты. Ну, конечно, вообще отлично. Что могу сказать? Так, нельзя сюда закрыть. Хер. Ладно, хер с ним. Давайте летим туда, к тому пирату, может там что-то будет интересное. Так, где-то есть. Там, кстати, он опять на нас движется. Почему так стремительно? 3 километра. Это, походу, какой-то дрон от него прилетел. Ну да. Че он хочет, не пойму. Просто летает, смотрит. Ну да, это какой-то дрон. Стоять. Куда он делся? Ну просто, в общем, друзья, смотрите, смотрит, летает. Так, там еще один какой-то. 3 километра. Ладно. Что-то они там. Блин, ну там. Блин, у нас с энергией вообще плохо. Я тут катаюсь на пиратом, хочешь. Ладно. Отправляемся так к этому пирату. Вот такой, значит, кораблик. Я вижу турельки. Достанем. Нифига. Так, вот антенна вроде как. Блин, далековато мы находимся, конечно. Мне надо ближе подъехать. Да подъехать. Там ангар. Ну, походу здоровенький корабль. Так, и вот я не пойму, это антенна или что? Походу антенна. Блин, можешь напасть с него вручную? То есть с калаша попробовать. Так, турельки, давайте за дело. Чтобы эти мелкие отстали от нас. Так, попробовать все-таки вручную походиться. Блин, почему я не могу достать до вот этой турели? Давайте, по-моему, уж ракета запустить. Так, вон еще что-то. Самое главное, что он никуда не улетает, это уже радует. Блин, так тогда бесит, что энергии не хватает. Я что-то не пойму, как у нас прицел-то действует. Так, вот так тогда. Выше. Так, ну уже почти еще. Так, попал, да? Отлично. Теперь сюда. Отлично, попал. Так, и все-таки, блин, надо турельки вынести. Почему они не стреляют у меня? Я же просил. По блокам не надо. Посильнее. Там 25 километров кто-то. А, скорее всего, убегает. Что случилось? А, я в кого-то врезался.
А, это тут мелкий, который я тут мельтешил. Ну, блин, ну какой хер он на дороге стоит? Сейчас тогда ближе подлетим. Да уйди ты, летаешь тут, как комар какой-то, блин, честное слово. Давай тогда из-под корабля будем аккуратненько заходить. Так, берем свой АК. Смотрите, он тут нас уже встречает. Давайте мы его тоже встретим. Так, надеюсь, там никаких турелек-то нету. Сохранюсь. Так, иди отсюда нафиг. Он по-любому что-то тут выдает, что я тут нахожусь. Сюда. Ой, блин, за мало. Улетай отсюда нафиг. Все, пошел отсюда. Ну как тот, он 30 километров от меня улетел, и ты улетай. Так. Летим. Так, я никакие ресурсы с собой не взял. Блин, это хреновенько. Чтобы если что-нибудь восстановить сейчас. Так, кто-то стрелял, да? Или мне показалось? Ну, во-первых, антенну нафиг спиливаем. Чтоб нафиг никто не нужен был. И посмотрим, что у нас в ангаре. В ангаре по-любому сейчас, если открою двери там. Да. Блин, меня кто-то убил. Так, все-таки давайте сделаем, знаете, что? Так, ой, гаситель, какого хрена, блин? Ты опять прилетел, да какой ты неугомонный, а? Ну, тебя нафиг. Так, как нафиг, я не хочу больше умирать. У меня загружалось пол... Так. Сейчас мы разберемся. Так, ну турели, я не знаю, ну какого хера вы не стреляете по... Вот этому мелкому кораблю. О, блин, не то взял. Так. Просто вручную атаковать. Эх, скотина. Вот она, турелька, блин, да получишь все наконец-таки. Все, теперь нафиг улетай отсюда. Пошел отсюда. Улетает? Да. Итак, давайте тогда, знаете, что сделаем? Просто возьмем этот корабль и полетим с ним вместе на Нептун. Итак, вроде решил его зацепить, и нормально все получилось. Так, да. Да, берем этот корабль и летим с ним на Нептун. Так, а я что-то не пойму, не могу сдвинуться. Вообще, и пишет массу 0 килограмм, не пойму. Потому что, скорее всего, это станция. Ну, блин. Процент все-таки этот корабль пиратский добить. Либо есть второй вариант. Добраться до панели управления пиратского корабля и конвертировать из станции в корабль. Так, блин, ну давайте опять сохранимся. Возьмем наш калаш. Так. Ну, в принципе, он уже стрелял, поэтому давайте нафиг поспилим. Не хочу, чтобы они мазали мне глаза эти турельки. Так. Маяк нафиг мне нужен. Чего там? Че такое? А, это инструмент. Я думал. Так, я штука антенну не спилил, меня там убили. Все, теперь этот пиратский корабль никто искать не будет. Так, найти теперь контейнер как или панель управления и попробовать конвертировать корабль. Ладно, ищем тогда. Нашел эту гадкую турелька, которая меня убила. Вот она сейчас сразу за углом торчит. Вот. Блин, ну ё-моё. Так, последний. Блин, жаль, нет гранаты. А, в принципе, я уже успел. Все. Да, добили мы ее, слава богу. Ну, что-то у меня такое ощущение, что еще где-то здесь турелька есть. Что у нас? Да, друзья,
турельки больше нету, слава богу, можно в принципе не переживать. Так, что у нас тут, походу, где у нас, ой, вот он драгоценный у нас контейнер, блин, как я хочу его им завладеть. Так, блин, ну, скорее всего, вот в панели управления может быть тут турелька тоже быть. Так, если мы, ладно, переворачиваемся. Пират ТВ. Так, не нарваться бы. Блин, мне кажется, по-любому еще турелька должна быть. Вроде бы нет, слава богу. Так, вон пульты стоят. Так, выглядим по бокам, смотрим. Нет, все. Вроде бы все прокатило. Так, да, это стейшн, поэтому нам придется конвертировать корабль. Итак, все, мы захватили пиратский корабль. Отличненько, тогда поворачиваем на Нептун. Блин, мы теперь еще тяжелее стали. Может быть, это пиратский корабль тогда переделаем под себя. Я, в принципе, минимальные повреждения на него нанес, поэтому... Так, блин, ну поворачивайся ты к Юпитеру, блин, Нептуну, блин, уже заговорился нафиг. Кто там еще стреляет? Блин, может, я не все турельки там позбивал? Что-то я не пойму. Так, 545 километров. То есть уменьшаем дистанцию. О, теперь мы вообще, блин, даже на 100%. Подождите. Походу, за то, что у нас масса увеличилась, мы теперь еще на меньшее расстояние прыгаем. Ладно, просто нам еще два раза прыгнуть, ничего страшного. Зато пираты от нас останут. Так, вот он, Нептун уже рядом почти. Вот он, красавец. Итак, я уже от безделия, пока двигатель заряжается на прыжков, я поставил тут освещение, потому что уже невозможно, сколько можно, блин, без лампочек летать. И, короче, я думаю, у нас двигатель, да, зарядился, у нас уже гравитация появляется. Так, если мы прыгнем. Что-то у нас какой-то сейчас ужасно выглядит Нептун, или нет, мне показалось. Так, ну, Нептун самая дальняя от Земли планета Солнечной системы. Вот, и поэтому... Также это газовый гигант, конечно, замерзшая, температура где-то минус 200 градусов по Цельсию на нем. Также состоит основа за льда и горных пород. Ну, и такой вот синеватый цвет и продает количество, ну, метан продает в атмосфере, и поэтому такая синеватого цвета. Так, нет, давайте еще больше. Так, 144 километра, прыгаем прямо сквозь пирата. Также на Нептуне сильные ветры гоняют, ну, конечно, в игре это не реализовано, по-любому. Так, я не пойму, что там у нас энергощиты, как будто что-то... Как будто что-то мешается, ну ладно. Не будем подавать значения, так. Давайте, наверное, полетим на солнечную сторону. Так, пока перевернемся. Да. Тяжело за этим наблюдать. Ну, давайте тогда пока разгонимся. И включаем. А, уже включил, выключил гаситель. Вот, уже появляется расстояние. Чувствую, тут гравитация будет серьезная. Поэтому нам, по-любому, надо будет включать движки атмосферные. Прикольно так на вид планета. В одно время прикольное, в другое, что она, блин, холодное, да, безобразие. Ну, надеюсь, мы под толщей льда найдем все-таки золото. Мне необходимо построить. Кстати, что там у нас с производством? Так,
у нас становилось на 374 штуки. Из тысячи, ё-моё, а. Надо срочно золото искать. Так, интересно, какая что-то гравитация будет. Блин, хотел на солнечную сторону упасть, нифига. Ну ничего страшного, походу солнце... Точнее, планета движется в ту сторону, и солнце очучится здесь. Так, а это у нас... его спутник Тритон. Тоже сгоняем на него, ну, скорее всего, в следующей серии. Прикольная такая вот синеватая атмосфера, прикольная. Так, мы так стремительно падаем, давайте уже включать, наверное, атмосферники. Как-никак. О, мой затылок, кстати, видно, вон он сидит. Блин, я вот эти лампочки тут впереди поставил, мне кажется, тут вообще не мешается. Так, 12 километров высота. Пока что мы падаем. Ну, давайте выключим, включим гасители. Так, а если просто выключить, мы, наверное, будем просто падать потихоньку, набирать высоту, скорость. Ну, давайте не будем мучить двигатели. А, нам еще пиратский корабль помогает. Я забыл за него. Так, у нас получается на снижение только два больших. Блин, я даже неровно их поставил, ё-моё, вот это я дизайнер, а. Вот, ё-моё, только сейчас заметил. Ладно. Все еще впереди, так, уже 8 километров. Гравитация 0,5. Так, включаем движки. Останавливаемся пока что, ладно, можно падать дальше. 7 километров. Так, а что у нас там дымится, не пойму. Походу пиратский корабль дымится. Да. Так, ну пока что скорость снижаем. Думаю, нормально все приземлимся мы. Давайте еще тогда ниже. Блин, надо было, конечно, поробить и приземляться, мало ли. Ну, хотя. Думаю, уже гравитация сильно не поднимется. Может 0,9 же будет. Так, 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 5 километров. Или единичка будет. 4 километра. Так, ну вроде мы останавливаемся по скорости, то есть у нас выручает двигатели. Да, гравитация больше земной, кстати, друзья. Так, давайте тогда выравниваемся. Нам какую-нибудь ровную поверхность найти, да, приземлиться на ней. Я вот смотрю вот сзади. Идеальное это место для парковки. Давай, пожалуйста, повернись, умоляю. Так, аккуратненько паркуемся. Сейчас, наверное, выбросим на высоте где-то метров 100 корабль пиратский. Смотри, он тоже управляется сейчас. Так, гравитация 1.14G. Ну, нормально. Так. Или давайте дождемся момента, когда мы... Смотри, мы падаем. Так, отлично, цепляем его. Что-то там взорвалось, ну, мне это по барабану. Так. О, какие же у нас медленные тормоза. Да, отодвигаемся чуть-чуть. Да, в принципе, нормально. И паркуемся. Так, не зацепим же пиратский корабль. Так, шасси у нас выдвинуты. Отлично, приземлились, припарковались точнее. Что ж, друзья, вот он наш Нептун. Все выключаем. Блин, как обычно, тьма на улице. Че, с вентиляцией-то у нас, не пойму. Все работает, что, она дымилась. Надеваем шлем. Что мы сами знаем, ну, по... что кислорода тут нифига нет. Ха, все-таки есть, только низко. Странно. Так. 1.14G. Вот он, друзья, Нептун. Вот он, родименький. Синеватого цвета. Как обычно, лед здесь. Что-то у нас пиратский корабль поживает как.
Сейчас такой подбегаю, хуй, херака, и меня турелька еще где-то тут есть, пристрелила. Так, 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 тихо, тихо. Ладно, не будем отвлекать. Давайте тогда сгоняем за буром, просто по местности пролетим, посмотрим, что у нас тут. Может быть, какие-то есть ресурсы прям рядом. Блин, если вообще будет или, офигенно, если мы найдем золото. Так. Прикольно припарковался. Так, что мы вылетели? Да. Блин, разряжается свет. Так, а здесь ключи. Давайте так облетаем немножко, так, не обязательно весь. Так, что у нас? Нет. Собаки тут не бегают, как на земле, интересно. Так, у нас что-то... Бур один дымится. Пойму почему. Походу, пока я что-то добывал, он повредил его. Ладно, доделаем сейчас. Блин, я сейчас скучаю по фабрике на ниток. Так, что-то мне пока ресурсов вообще не нахожу, но, естественно, только лед. А, так, что-то я... Нифига. Обычно, вот, как мы полетели на Харон, мы сразу столько ресурсов понаходили. А тут даже железа не, смотри, нету. Нифига. Хм, странно. Что тут за пятно? Да, может быть, кстати, как и на Плутоне, здесь практически ничего нету, а в основном все на спутнике, где там, кстати, вон, на спутнике Тритон. Кстати, этот Нептун назван в честь римского бога Марий. Вот, короче, ладно, паркуемся. Не нашел ничего. Пока что я расстроен, ну ладно, посмотрим. Стой, 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 стой. Это резко как-то. Начал падать вниз. Эх, ладно. Что ж, друзья, на этом мы закончим. В следующей серии мы обязательно начнем исследовать планету. Посмотрим, что есть. Очень надеюсь на золото. Прям вообще буду молиться всю ночь, не спать. Вот. И тогда эту планету мы исследуем. Добудем, надеюсь, золото и полетим на Тритон. Вот. На этом все. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Всем пока.